После переворота мотоблока на бок, вот так он постоял на правом колесе, перестал заводиться. Мотоблок Беларусь МТЗ-09H. При попытке завести, шворка упиралась, и все, как будто двигатель заклинен. Посмотрел причины, сказали, что может при таком положении масло перелиться по патрубкам в сам цилиндр. Выкрутил свечу, дернул, и вот вся стена, весь цилиндр оказался в масле, вся стена залита была. Сейчас без свечи. Все, свободный ход. Также снял воздушный фильтр. В воздушный фильтр тоже масло попало. Вот видна разница. Половина воздушного фильтра вся в масле. И снял кожух. Не кожух, а патрубок, по которому масло поступает. Цилиндр. Также все было вот здесь вот в масле. Поэтому все снимаем, продуваем, прочищаем, ставим обратно и, думаю, заводим. Пока дымит, пока все горит, но это все пройдет.